Ваше портфолио играет важную роль. Поступая на бакалавриат или специалитет, вы можете получить до 10 баллов за индивидуальные достижения. Они включаются в общую сумму конкурсных баллов. Учитываются ваши достижения за последние 4 года. Максимально возможный результат при поступлении – 310 баллов. Какие индивидуальные достижения учитываются? Первое. Золотой знак отличия – готов к труду и обороне. Второе. Аттестат с отличием – золотая или серебряная медаль, а также диплом с отличием. Третье. Волонтерская деятельность. Четвертое. Результаты участия в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также спортивных мероприятиях. И пятое – это итоговое сочинение на направлениях, где есть вступительные испытания по литературе. Это журналистика, литературное творчество и филология. На многих направлениях ТГУ высокий конкурс. В таких ситуациях портфолио увеличивает ваши шансы поступить на бюджетное место. С подробным списком индивидуальных достижений и порядком их учета можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Правила приема».